Михайлов, Егор Вознецов, Вести Москва. А в воскресенье выйдет в эфир программа «Неделя в городе» с Екатериной Коноваловой. Вот некоторые темы предстоящего выпуска. Осторожно, лето! Ехал на велосипеде с горки и вот повернул как-то неудачно. Каждый день в братской клинике поступают дети с сезонными травмами. Как уберечь самое дорогое? Слухами Москва полнится. Про вертолет уже один раз так выбрасывали, только про Ярославское шоссе. Кто и зачем распространяет ложную информацию? По следам русских царей. Сергиев Посад начинался здесь, на том месте, где стоит сейчас каменный храм. Здесь был крещен Иван Грозный и укрывался Петр Первый. Погружаемся в историю в Сергиевом Посаде. Программа «Неделя в городе». Встречаемся в воскресенье в 10:20. Не проспите, будет интересно.